Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же моряк, и это «Фокус от моряка». И мы с вами продолжаем серию видео, посвященную очень простым детским карточным трюкам. Для того, чтобы показать вам этот фокус, понадобится абсолютно любая колода карт, которую для начала мы, естественно, перемешаем. Уважаемые зрители, сейчас мне необходимо будет разбить колоду на 4 равные стопочки. Ну, примерно равные. То есть я начну пролистывать вот так вот колоду, вы в любой момент меня остановите, просто скажите «стоп», поехали. Стоп, к примеру, сказали вы здесь. Стоп, к примеру, сказали вы здесь. Стоп, к примеру, сказали вы здесь. То есть вы меня остановили сами, где хотели. Теперь мы сделаем несколько волшебных движений и вскроем верхние карты. И как видите, вы остановили меня именно на 4 тузах. Браво! Ну окей, друзья, давайте посмотрим, как делать этот трюк. Трюк этот элементарный. Для него мы возьмем любую колоду карт, мы возьмем из нее 4 тузов и положим поверх колоды. Если вы можете потасовать фальшивым тасованием, потасуйте. В видео я делал сохранение верхнего сбора, то есть я тасовал синджогом. То есть сделал так, чтобы у меня тузы остались наверху. Итак, тузы мои наверху. Теперь мы пускаем зрителю пыль в глаза, а именно говорим, что ты в любой момент меня остановишь там, где захочешь. Но помни, колоду надо разделить примерно на 4 части. Зритель, к примеру, остановил вас, ну, сказал, к примеру, стоп здесь. Мы эту первую часть тузами берем и откладываем сюда. Потом пролистываем, зритель, к примеру, сказал стоп здесь, отложили сюда. Ну и примерно пополам где-то зритель скажет, наверное, стоп здесь. И также мы как бы разбили на 4 стопки. Мы разбили на 4 стопки, но помним, тузы у нас лежат вот тут. Итак, разбили на 4 стопки. Теперь вот так вот подносим одну руку к этой стопке, другую, точнее, подносим руку туда, где тузы, и по диагонали к другой стопке. Далее я беру двух тузов, вот так вот приподнимаю двух тузов. Приподнимаю их, прям еле-еле отрываю. Здесь я ничего не отрываю и делаю быстрое вот такое движение. Хоп. То есть здесь я ничего не захватываю. Просто переношу руку сюда. А отсюда двух тузов забираю и перекладываю их в эту стопку. А здесь кладу руку сюда. После того, как я это сделал, я сразу же здесь верхнего туза подцепляю. И здесь верхнего туза подцепляю. И вот так вот беру их и переворачиваю вот на эти стопки. После чего беру и переворачиваю оставшихся тузов. Вот и все, наш трюк свершился. Зритель думает, что остановил нас именно на 4 тузах. Вот такой вот карточный фокус, друзья. На связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!